красоту и высоту твоей совершенной любви. Я хочу пережить встречу с тобой. Укорениться, укорениться.
сегодня закончим наше собрание тем, что написано во втором послании к Коринфянам, 13 глава, 13. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Благослови брата и сестру, пожелай чего-то хорошего, благословения.